Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 9 мая 2019 года. Я нахожусь в парке 30-летия Победы. Только что на Театральной площади прошел парад анапского гарнизона и шествие бессмертного полка. И сейчас начались гуляния в городе. Я сейчас подхожу вот к одному из фонтанов в парке. Народ уже жует, перекусывает. А здесь вот очередь собралась. Скоро казаки будут раздавать фронтовую кашу. Вот это традиция такая. Там вот стоит у нас полевая кухня. Thank you.